года в Москве. Моря и океаны. Телеком мне не долбанет. Где-то рядом там, в переходе стоял, где-то молния лупанула прям рядом. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Река. На дороге река. Короче, такая хуйня. Ёбаный этой дребедень, блядь, это охуеть надо нахуй, пацаны. И мои дражды девушки. Иду, блядь. Ебать нахуй на баб гляжу, блядь. Такая хуйня на повестке чудо дня, блядь. Это такая поебень, мои дражды дребедень. Я все понимаю, но майку не снимаю, блядь, нихуя себе смотрю. Балда дымится, блядь. Вот такие ягодицы, блядь. Шмяк, вот такая вот хуйня. Здравствуй, жопа, бля. Я посмотрел на эту хрень, чуть не охуел, блядь. Ёбаные тапочки, блядь. Почем заборы, блядь, описаны, блядь. И все, о чем расписано, блядь. Такая хуйня происходит. Я посмотрел, чуть не охуел. Ну нихуя себе, блядь, вот эта гражданка ебаная, блядь, пиздец. Вот такая жопа, блядь, во всю эту нахуй ебучую скамейку, блядь. Охуеть. Это ж надо, блядь, умудриться, чтоб такое, блядь, родиться. Охуеть, блядь, ебаные тапочки. Я посмотрел, ну, конечно, с человеком пообщался, сам чуть было не охуел. Нихуя себе. Засрань появилась в эту срань, блядь. Вот она. Идет. Байдрашен самолет, блядь. Охуеть. Я сам охуеваю. Говорю я ей, подруги, стоишь, какие булки ваш упруги. Так хотелось, блядь, схватиться. Чуть не оказался, блядь, в милиции. Нахуй нужен был такой ужин. Этот ёбаный, блядь, такой ужин, блядь. О, тяга. Давай. Я вообще в ахуе. Короче, я, блин, эту тетку посмотрел, сам чуть было не охуел. Вот такая майдрашен дребедень происходит почти что каждый день. Похмелье пошло на пользу. Да вообще пиздос, разнос паровоз, блядь. Это охуительная тема. О, вот такую ты видел, мадам. Старое чудо, палеосос, блядь. Да лучше плавать по волнам. Тихо, блядь. Да нахуй такие волны, чем я ебал в рот, нахуй, эти волны, блядь. Я лучше разобьюсь об скалу. Я лучше, блядь, пойду передерну, блядь, лысого погоняю, нахуй, не нужно, блядь. Ох ты, ядрит, смотри. Неужели это все мое, блядь? Да нет, это не мое. Нахуй не нужно мне такое, блядь, это все. Слишком много всего. А прокормить, представляешь? Да слышь, я ее пока туда затащу, блядь, мне МЧС придется вызывать там. Через крышу. Нахуй мне нужен такой ужин, блядь, ебаный насос. А рухнет потолок, нахуй. Потолок. Да пиздец, она провалится там, нахуй. Я сам, мне самому страшно ходить, блядь. Ёкарный бабай. Нихуя себе вот эту тетю Мотю, блядь. Иди, блядь, затяни нахуй такую, блядь, свиноматку нахуй. Подъемный кран. И, короче, наливай нахуй, и все, трезво обсудим. Так, ну Славку мы, ребят, вот встретил. Ребята похмеляются. Здравствуйте всем. Всем привет. Спасибо Славке. Спасибо всегда ему. Новость, ребят, у меня печальная для вас. Космос умер. Он умер в тот же день, когда его скорая забрала. 21 числа. Почки там, да?
Ну, в больницу привезли, и он умер. Такая вот фигня. Сегодня, я сегодня ездил. Крепкий мужик, крепкий сердце был. Я сегодня ездил в эту, в Боткинскую больницу. В Боткинскую ну, ты больницу. Говорил мне утром, да, что поедет. Он там лежал, да? Пиздец. Нахуй мне так. Космос, пухом тебя земля, брат. Ты был хороший человек. Плохое говорить не надо сейчас. Не знаю, написал в Одноклассниках, сестра там заблокировала это, свою страницу. Сестра уже знает, да? Нет. У меня только Одноклассники. В Одноклассниках я не могу ей написать. Я написал там всем друзьям ее, но один это сказал, передам ей. Чего? Ну да. А я бегал, а кто я такой? Мне никто ничего не говорит, я же не родственник, ничего. Он лежал сначала в морге, там, в больничке в самой, а потом его отвезли в первый, этот, судебный морг. Короче, такая хуйня. Вот так мы и погибали. От этого. А куда деваться? Куда деваться? Да, надо работать. Какую-то новую шляпу придумали, да, этот твистер какой-то. Ну. Кто бы его отвез, блядь, на экспертизу куда-нибудь, что туда льют, блядь. Что, зрение пропадает, ноги отказывают. Кто это, бля? Что только не увидишь в этой Москве. Крышняк рвет у каждого по-своему. На, помяните космос. Не, я Валерий. Я же говорю, Валерий. Я же... Пойдем вот так. Пойдем сюда. Пойдем, да, покурю с вами. Я молодой. Я вот взял налычку. И все. А что это значит, что ты ему отдаешь? Вот рядом. Да ну тебе. Хлеба один. Отстань от меня. Ребят, сегодня еду в морг, короче, сейчас. В морге? Да. Его сестра думает забирать? Я не знаю. Я не знаю. Попросили паспорт. Вот, вечером я им отдам паспорт. Ты тут сядешь? Ну, давай здесь сядем. А там как будет... Блядь, я на дорогу кинул. Ой, кинул. Что ты, слава, блядь. Я... Сидор. Открывай. Да я говорю, я плюнул, а он вытирает. Я ж не тут плюнул, где мы пьем. Саня проебал, а кепку вчера свою. Кепку проебал? Ну черную, пустили. Ну видно поверили где-то. Я вчера где-то видел, а где я видел? Не здесь. Я на Новослободке видел, валяется на дороге черная кепка. Что-то белый значок вот здесь какой-то. Ну да. Значит, моя была. Это ж на Новослободке там вот. Под котенку. Да, ты сам заходил. Ну сам сказал. По чуть-чуть. Надо было по чуть-чуть. А, так и теперь думай сам. Давай чокнем. Не надо. Не надо.
Да, Кирчок, я манал. Вы за космосом. А нахер чокаться. Я лучше уебусь головой. А чокаться не хочу. Бо открыто откровенно за Царство Небесное. Короче, люди добрые. Ведь личности. Ведь личности человека. Я ушел. Дай сказать. Слава, дай сказать. Хорошо, пожалуйста. Люди добрые. Короче, обращаюсь к всему миру. У нас тут умер хороший друг. И все такое, да. Вот мы сейчас пьем за него. Нам Саша помог. За космос отдал нам выпить, чтобы мы упомянули его. Подписчики нам перечислили немножко денежек. Спасибо, Царство ребята. Небесное, брат у нас. Спасибо, да. Космос. Я говорю, из Миша говорю. Царство Небесное. Царство Небесное, да, и пухом он на земле. И чтоб он нас тоже не забывал. Душа ж, ну, жива всегда. Конечно. Ну, тело все. Только умирает. Да. Как шмотка износилась. Вот, волку сносил, все, она порвана. Чувак, без ботинок, блядь. Ебать, копать. Ботиночки в пакетик положил. Ноги все в мозолях. Че, ну, гандон, блядь, ебаный. Ебанутые, нахуй, люди. Перевязку я сделала. 2 дня не делала, потом 1 раз сделала, да? Она так у тебя никогда не заживет, нога. Нет, да я вообще в шортах ходила. Я в штангах ходила, ремонт ходила. Какие-то ошарашки здесь появились, да? Да хуя. Вот. Вот двое сидят. Вон он, третий пошел. Вот этот гусь какой-то. Четвертый. Они, наверное, все космоса боялись. Наверное. Космоса не стало. Царство Небесное. Начали приезжать сюда. Аслан нигде не попадался по пути? Где ж они ездят были? Вчера я их не видел. Да, этого 2 дня не видел. Потом один день увидел. Их только ночью можно поймать, да, на базе? Да. Вот, пожалуйста, хостел. Чувак прилег отдохнуть. Все нормально. Устал после работы. Машунька, приятного аппетита. На тебе вот передали подписчицы. Это сестра космоса тебе передала. Вещи женские. Чего ты там кушаешь? А-а-а. Как у тебя дела? Опять бухая. Вон. Ну, разберешься, там колготочки, хуёточки, кофточки и всякое. Все там тебе, женское. Ну, я перевязку еще пока не делаю. Не понял. Надо лечить, Маш, ногу, надо лечить. Я знаю. Она у тебя болит, нет? Побаливает. Ну, так, терпимо, да? Ну, как я про тебя делаю, все, я больше не делаю. Ясненько. Чего тебе коктейльчика купить? Да. Да ты уже пьяная, Маш. Нет, я еще не проспалась. Не проспалась. Ну вот именно, что ты не проспалась. Сколько мы с тобой сегодня выпили? Во-первых. Сколько? 55. Так, обещаешь мне, что завтра я прихожу, у тебя нога перебинтована? Да. Бинт есть? Сейчас посмотрю. Бинт, мазь есть, да? А вот это. Давай, смотри. Или Олег Длинный тебя отрубит. Чего тут? А, вот он, бинт есть, да. Еще.
Винт есть. А вот эта красная жидкость закончилась, да? Как марганцовка красная фигня. Да, вот, вот это я не знаю. Не, это пенталгин, это обезболивающее. Ну, когда помню. Голова болит, зуб болит. Мази нету, я так еще не настроила. Мазь, вот у тебя Леомиколь, вот она. Вот. Она поможет, да? Да. И перекись водорода у тебя все там есть. Ну там перекись немного. Коктейльчик. Не полторашку, что ли, вот эту ебаную? Ну вот здесь магазин, да. Только а сколько... вот там новая она какая-то. Вот. Сколько она стоит? Я не помню. 100? Больше? 100 с чем-то. Ну ладно, сейчас разберем. Я просто это... Может, водку лучше, чекушку? Только я не комп... Чтоб эту парашу не пить, блядь. Давай, ну, самое... Чекушку давай куплю. Обещай только, что ногу будешь перематывать, Маша. Или пиздюль получишь. Воды не хватит? Воды хватит. Мне две макаки. Ногу перебинтуешь? Ты мне поможешь сейчас перематать? Помогу. А? Да. Хорошо. Все, сейчас схожу. Что там машин делает? На. Только не нажирайся, пожалуйста. Не ебашь ее сразу. Я ищу, ищу все тут. Чего ищешь? А? Вот те штаны широкие, их можно одеть. Да, 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 да. Эти у тебя узкие, они колено тебе давят. Вон, сходи на базу, переодень. Переодень, а потом ногу замотаем. Ну, эти посвободнее, да? Да, 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 да. Вот эти? Да. Посвободнее, чистенькие. Вот, аптечку. Аптечку клади пока, да. Сходи на базу, сейчас переоденься, а я за вещами за твоим посмотрю. Я не помню, где она. Да. Чего потеряла? А? Ладно, понял. Машка переодела в портки. А что ты их так высоко натянула? Ну, это так высоко. Блин, так модно, модно, модно. Ну все, они хоть пошире, коленку тебе не будут сжать. О, да, чистенькая. Все, иди бинтуй ногу. Чекунец я тебе купил. Задрала их, блядь, по самые сиськи, ёб твою мать. Ну, ох и Машка. Ох и Машка. Чего, я? Но забыла, какая нога болит уже, ёб твою мать. Олег, иди поснимай, а. Поснимай, иди. На экран не нажимай вот так вот, раз, и пальцы вот эти убери. Ой, ёпте, пальцы торчат. Да, да, да. Так, господа офицеры, я включаю. Мы работаем в эфире. Новый оператор ТВ. Александр Николаевич. Сейчас Машке будет операцию делать. Саша, а может попроще топор взять, а? Топор. Я тебе какой топор дал? Топор это надо выше, выше руки. Надо тебе надо купить дик. Никто не знает. А это надо? Каждый день надо, да, не, да. Вот это, да. Да, да, да. Это. Маша, это надо делать каждый день, ты понимаешь? Предупреждать надо. Да. Ну, я не умею, Тила. Не умеешь. Что ты умеешь-то? Водку жрать и пиздец. Да, сколько мы с тебя с тобой выпили, ем. Сегодня Машку поехал.
блядь, получилось. Помогал я им. Этих пидорасов, да, два партийна с утра, блядь. Сейчас же им сказал, ребят, все, лапа кончилась. Вот. Я же говорю, если я сейчас заведусь, я вам всем ебал здесь бить буду, блядь. Я еще ходил, помогал. А если мне еще маэстро поможет, блядь, так, бить не будет, на шухере постоит, я тогда это... А то, блядь, ребята, я 3 дня, вы хоть бы один раз меня угостили, блядь, просто бы угостили, а то они живут, да, Маш? Ты их кормишь, я их пою, а они еще кормят. Этому Саш, киргизу не накернил, да? Или кто там? Сам проголодался сейчас, Саш. Салат купил за 110 рублей, оливье, ёпта. Эй, белорус. Белорус взял и сожрал его, ёпта, пока я сигареты стрелял. Ты что, охуел, а что ли, ёпта? Дала еще баба салат. Пришла, угостила пожрать. Он взял, блядь, и в сторону отошел. Опять. Ёбаный бинт, блядь. Ну, так и делают. Я найду его тушу. Давай, вот так подержу ее. Раздвинь ножки, лапочка. Бери руку. Маш, ты еще не кончил бы, нет? Ты еще не кончил? Бля, кто тебе так сделает, как не Сашка, а? Маэстро, я знаю, он меня пробьет. Если я виноват, да. Ну руку-то убери, с пизды. С пизды хоть руку убери, ёпта. Блядь, в натуре кончишь сейчас, ёпта. Интересно, у маэстро хуй встал? Ладно, ребята, я шучу, я. Я сказал Машке, блядь. Маш, ты мне 10 тысяч рублей, да, я тебя трахать не буду. А я тебя бросить не буду тоже. Катя, два презерватива, рюкзаки лежат, я. А ты мне не нужен. Все, хорош, давай, завязывай я в камеру уже. Он знает, как. Я лучше с ним спорить не буду никогда. Не, Машка, по-моему, кайф получила, блядь. Кто бы тебе дурак такое сделал, я, как, блядь, не Сашка, а? Честно говоря, я бы топор взял бы, блядь, и болячки эти сразу проблемы решил. Не, он меня жалеет. Конечно, Маш, тебе жалко, я. Он не хочет, я надо тут. Все. Спасибо. Спасибо, товарищ оператор. Нога забинтована. Знаешь, ну, за меня пьешь? Это... А? За кого за пьешь? За всех. За всех, о, правильно. За тебя? За всех. Нет, ты знаешь, кого. Ну, давай тогда за себя, блядь. Подписчикам привет передай. Здрасте. И вам большой привет, Невеста. Большой привет и не забывайте нас всех. А, спасибо. Не забывайте, что ты пьяница. И спасибо, скажи. Спасибо за помогаете мне, как выживать. Ну, я стараюсь как-то выживать. И буду выживать всегда. Пока жива. Это главное. Все, ногу замотали, штаны переодели. Полбеды.